Сегодня ночью наша сборная отправится на национальный чемпионат «Обилимпикс». Это конкурс профмастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья. По сравнению с прошлым годом, делегация Тюменской области выросла в два раза. Подробнее об этом в рубрике «Дословно». Обилимпикс у нас проводится национальный чемпионат с 1 по 3 декабря в городе Москва. От Тюменской области едет 33 человека, это только сборная, не считая сотрудников нашего департамента, которые поедут их сопровождать и на деловую программу. У нас едут 14 победителей тех компетенций регионального этапа, которые прошли у нас 30-31 октября. Плюс тимлидер, плюс волонтеры, плюс тренера-эксперты, которые участвовали в региональном отборочном этапе. Если в том году у нас было 6 компетенций, то в этом году их уже 14, то есть в 2 раза больше. Вот, соответственно, и команда наша выросла в количестве. Надеюсь, что она также вырастет в количестве золотых медалей, которые они привезут. Сейчас ребята оттачивают свое мастерство. Идет период активных тренировок для выступления на национальном чемпионате, после которого, конечно, будет отдых и расслабление. А пока они, конечно, все концентрируются на решении выполнения задач на тренировках. На национальном чемпионате будет разработана деловая программа, на которой будут активно обсуждаться актуальные вопросы, связанные с обучением лиц с ограниченными возможностями, с трудоустройством, с какой-то просветительской работой. То есть это все деловой программой предусмотрено.